как проходят сборы и как себя чувствуешь? Сборы проходят отлично, в великолепных условиях. Для этого все есть и поля, и тренажерные залы, бассейны, питание на отличном уровне. Есть чудо-интернет, который не работает. Он нам прибавляет мотивации больше на тренировках, мы злее становимся. Но так в целом все отлично, все довольны, я думаю, и тренера нашей работы, и тренировка тоже довольны. На пятый день есть усталость? Я скажу так, что на пятый день уже чуть-чуть стало легче по сравнению с первыми двумя днями и игрой с Гелиосом. Была усталость плюс переезд. Мы в Киеве начинали бегать уже длинные отрезки, и было чуть сложно. А сейчас вечером хорошая погода, кажется, как будто вроде и силы появляются. На чем делает Роман Николаевич акцент сейчас? Ну, в первую очередь, Роман Николаевич делает акцент на физической готовности, но все в совокупности вместе с физической работой мы работаем над техникой, тактикой, стараемся наладить связи с тем, как ушли наши ребята, которые были в предыдущем сезоне. Мы стараемся наверстать то, что было в том сезоне, с новыми ребятами, и Роман Николаевич им подсказывает, как действовать в тех или иных ситуациях. Что тяжелее всего сейчас? Тяжелее всего для футболиста на сборах – это отсутствие, наверное, семьи рядом и бега, нагрузки. Все то, что форму в отпуске все равно чуть потеряли, ее надо набирать. Молодые ребята к тебе как к лидеру уже тянутся? Я не знаю, ко мне как тянутся. Я тоже в душе молодой, могу пообщаться как и со своими одногодками и на 10 лет, или там, не знаю, у нас есть такие, на лет 8 точно есть младше меня. То есть как бы у нас в коллективе нету ни ветеран, ни молодой, то есть все равны перед друг другом. Ну, в магазин, конечно, молодого отправляем, а так все хорошо.